Всем привет! Спасибо. Очень приятно. Просто настроения нет. Прям вау. Вот так вот. Теперь нет настроения. Ну, не совсем. Я же с вами сижу, общаюсь здесь. Если бы мне не было совсем настроения, я бы здесь не сидела. Спасибо. Скоро будет. Чуть-чуть осталось. Привет, неплохо, живот болит немножечко, а так замечательно. Не думала, что здесь кто-то будет спрашивать про мое самочувствие. Это немножко странно. А, это типа, знаешь, типа, нет, 18, ну, знаешь, будешь волноваться, типа, пожизненно, до 18 лет, естественно, ну, из-за фигни всякой. Такой бред, конечно. То есть, типа, вот до 18 у тебя кто-то умер, ты не должна горевать и так далее. В 18 все, можно плакать. Ну тогда не надо фигню такую писать, окей? Ты уверен? Я бы так не сказала. Есть люди, которые сочувствуют намного больше в своем возрасте, в моем возрасте. Так что, типа, 18, разница, сколько человеку лет. Человека. Как насчет пойти и говорить, куда? Инстаграм. Что буду сейчас всем рассказывать, что, по-моему, это неправильно. Так, я вроде даже зарядку. Зарядки проблема. Нет, я не жизнь рассказывать всему свету. Гарри. Это по секрету, так сказать. Здесь мы. Скажу проблему. Я уже кому надо выскажу. Все. Бабата, я просто не знаю смысла рассказывать всем своим. Здесь 7 человек. И не можно кто-то из вас записывает, кому надо мне рассказать. Почему здесь мамкин характер?
Я же не обязана рассказывать, что случилось. Ты не обязан меня выслушивать. Потом задумываться о моих... Я уверена, что у тебя моих проблем есть свои. Не одна. Я не грубая. Она начнет запоминать. Нет, сегодня голос. Ты 9 в голове. Сегодня уеду в другой город. Вот. Чилить там. Бендер. Нет, у меня мужика. Отправляюсь с молодого хуйного величия. Ох. Я и так хорошо живу. Хорошо живу, господи. Я не собираюсь тебе доказывать, как... Моей, так сказать, ситуации не... Рявкаешь. Бывает. Моей, говорю, на данный момент иметь... Так как... Я нахожусь... Временно почти в двух городах. И как бы... Если в одном городе... Ну, вообще, можно завести отношения. Но я там буду уезжать, на уезжать, то есть, ну, я студентка. На летние каникулы, это, считай, месяца не видится там, ну, если... Короче, неудобно. Меня, привет. Парень, будь терпеливый. Хрен найдешь. Мне я надеюсь, что со временем перестанет тупить, потому что, ну, как я вижу, у меня все нормально. Блин, по-моему, не знаю, когда волосы здесь. Когда пройдешься, ну, ой, они уже на следующий день более удобнее. Через день опять мать приезжает. Помню, ты была, ну, не мелкая, типа мне было лет 14-15. Я занималась, я сделала в каком-то видеочате, давала трансляции, ищу парня. Такие, типа, заходят, такие, типа, красавица, не может быть парня, лето, поля. Да ладно, я не красавица, вот так вот сидеть. Чтобы, ну вот, когда уламывали, типа, покажите, увидел, да, прикольно. Вот, любила заниматься. Потому что не было, я... Дома готовила есть и все. Кстати, делать не было ничего. Смотрю аниме, очень крутой.